Р-30 «Булава-30», по классификации МОС США и НАТО, ССН-32, российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, размещаемая на подводных лодках проекта 955 «Борей». Считается, что установка нового ракетного комплекса на лодке проекта 955 «Борей» восстанавливает изменившийся баланс сил в российской ядерной триаде. Новая ракета не только останавливает старение, но и выводит ударную мощь морского компонента на качественно иную ступень. Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава» — твердотопливная трехступенчатая ракета, несущая 6 боевых блоков индивидуального наведения. Ее тактико-технические характеристики официально не раскрывались. По данным СМИ, дальность полета составляет 10 тысяч километров, полезная нагрузка — 1,1 тонны, вероятное круговое отклонение — от 120 до 350 метров. Эксперты отмечают, что одним из главных достоинств «Булавы» является возможность так называемого «сухого старта» перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой, что позволяет уменьшить вероятность обнаружения подлодки гидроакустикой противника. Мощность — 6 разделяющихся головных частей по 150 килотонн каждая. Еще одно немаловажное преимущество Р-30 — возможность пуска из-под толщи арктического льда. Для сравнения, крейсеры проекта 667, оснащенные жидкостными ракетами «Синева» и «Лайнер», могут проводить стрельбы только после того, как проломят лед. Соответственно, пуск из-под льда — это дополнительная скрытность применения, такую лодку нельзя обнаружить и предотвратить использование ее оружия. Ракеты «Булава» стартуют значительно быстрее, чем все их предшественники. Их разгонный участок длится около 5 минут, что затрудняет использование системы ПРО. Дальше ракеты действительно маневрируют, что делает возможным обход систем ПРО на второй стадии. На третьей стадии, когда ядерные блоки входят в атмосферу, они идут на гиперзвуковых скоростях, которые системы ПРО в принципе не видят. Учитывая, что «Булава» еще и маневрирует, спланировать точку встречи перехватчика с целью практически невозможно. Также у «Булавы» разделяющаяся головная часть. То есть можно запутать ПРО противника таким образом, что она не сможет отличить реальную боевую часть от ложной. Такой принцип действия рассчитан не только на современные, но и на перспективные системы ПРО.